Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. Сегодня я хочу познакомить вас с творчеством Риты Пейваляйнен, фотохудожницы из Финляндии. После окончания университета искусства и дизайна в Хельсинки в 2002 году Рита провела множество персональных и групповых выставок по всему миру. Ее работы находятся в частных коллекциях в известных музеях, таких как Киасма, музей современного искусства в Хельсинки, и в Государственном художественном совете Швеции. У Риты есть свой сайт, где представлены ее проекты, и сегодня я предлагаю ознакомиться с одним из них. В своем проекте «Речные заметки» Рита создает эфемерный ленд-арт, в котором дикая природа и отражения соседствуют с рукотворными инсталляциями из тканевых лент, которые в свою очередь образуют целые лабиринты, лишают ощущения начала и конца. Рита рассказывает: «Пейзаж – это не только топографическое, объективное явление. Для меня оно личное и субъективное. Работать с пейзажем – значит входить в него, переживать, чувствовать место, в конце концов быть равной ему частью. Соединяя ландшафт и ленты, я создаю взаимодействие, диалог, чувства, запахи, формы, оттенки окружающего мира. Все это вдохновляет и отзывается самыми разными ощущениями. В моих образах нет географических или рукотворных достопримечательностей. Меня интересует противоположное. Безмолвные места, заброшенные, необитаемые, полные уединения. Я лишь желаю одного – вывести их на передний план, дать им голос.